Инструмент «Центр Панорама.е» представляет ленточную шлифмашину ЖБС-75АЕ фирмы Bosch. Очень удобная машина для снятия плоского шлифования, зачистки древесины, пластиков и металла. Надежный зубчатый ремень и металлические зубчатые колеса для долгого срока службы. Алюминиевые направляющие ролики рассчитаны на самые высокие нагрузки. Обеспечивает максимальные результаты благодаря шлифпластине с графитовым покрытием. Данная ленточная шлифмашина Bosch выпускается уже очень давно, и как бы за счет ее надежности уже как бы порядка 10 лет ее не меняют. Это говорит о очень большой надежности ее. Лента здесь рассчитана на размер 75 на 533 мм. Что о ней можно сказать? Здесь есть регулировочные приспособления. Для чего оно нужно? Вот эта регулировка нужна для того, чтобы выставить вашу ленту именно по пластине. Почему? Потому что при включении, особенно при первом, часто она не настроена, лента у вас улетает или вправо, или влево. Для того, чтобы ленту выставить именно по пластине, нужна вот эта вот регулировка. В данном случае вы видите, что лента ушла. Почему ушла? Потому что она не отрегулирована. Сейчас мы ее отрегулируем и поставим на место. Для того, чтобы снять и поставить ленту, есть специальный механизм. Мы берем его, ослабляем, вынимаем ленту. Все очень просто. Также мы ее ставим. Значит, когда вы ставите ленту, у ленты есть направление движения, поэтому надо ставить по направлению движения. И тем самым вы увеличиваете срок службы ленты, также и инструмента. В данном случае ставим по направлению движения, вставляем ее и фиксируем. Перед первой работой не забудьте опять выставить ленту согласно платформе.